Современные станции подъема и подкачки воды. Руководители водоканалов со всей области знакомятся с новым оборудованием, его техническими характеристиками, задают вопросы. Масштабная модернизация системы водоснабжения Севска проходила в 3 этапа по региональной программе «Чистая вода». Работы стартовали в 2016-м с замены труб. За 3 года решена важная проблема. Данные работы помогли решить основную проблему города Севска в том, что особенно в летний период была нехватка воды. Это многоэтажные дома, второй, третий этаж. Проведя весь ряд этих мероприятий, мы от этой проблемы ушли. Уже на теоретической части семинара местные власти рассказывают, с чего начинали. Расчистка колодцев, доработка городской системы водоснабжения. В Севске непростой рельеф, перепад высоты до 28 метров. Сложности было очень много, потому что это город. Первоначальная проектная сметная стоимость, которая нам была предложена, составляла 28 миллионов. На что мы категорически не согласились. Мы прекрасно понимали, что это прохождение дорог, что это коммуникации идут параллельно дорожным сетям, дорогам. Это и газ, это электричество. К разработке проектной документации привлекали науку специалистов Брянского технического университета. Такой подход позволил сократить расходы. Больше 25 миллионов рублей за 3 года вложено в создание надежного водоснабжения Севска. Основная часть средств – областные деньги. В этом году позитивный опыт перенесут в села. На сегодняшний день обеспеченность водой населения города Севска практически осуществлена. Та цель, которую мы преследовали, мы получили. Сегодня мы имеем новый резервуар, новую станцию второго подъема, увеличенный диаметр основных магистралей водопровода, которые позволяют разводящую сеть по домам, то есть прийти с нормальным давлением. Региональным проектом «Чистая вода» до 2024 года предусмотрено серьезное финансирование – больше 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Та сумма, которая нам определена, она позволит нам решить очень много вопросов. В первую очередь, я уже сказал, это крупные районные центры, создание единой сети водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, привязка ее с генпланом существующим, застройки или развития того или иного районного центра. «Чистая вода» – часть нацпроекта «Экология». Ход их реализации на особом контроле президента. Задача региональных и местных властей – работать четко и оперативно. Ведь главная цель – обеспечить качественной питьевой водой всех жителей Брянской области. Елена Лощицкая, Максим Кузнецов. События Севск.